Так, ну, надеюсь, тут меня слышно будет хорошо. Последнее время вы заметили, да, те, кто вещает в прямом эфире, в Инстаграме, вы заметили, как у вас, у всех, даже у крутых вещателей, к которым всегда присоединялась куча разного народа. Вот, вы заметили, что количество аудитории очень сильно сокращается. Прошу прощения. Почему? У меня вот тоже поначалу приходили посмотреть, все хорошо, замечательно. А потом вдруг перестали особо сильно приходить. Почему, как, что? Ну, если что, можно в сторис посмотреть. Там, в принципе, целый, не целый ролик. Я еще могу выложить свой канал в Ютьюбе. Если кто не здесь, так там меня увидят, услышат. Вот. Но вы заметили, насколько сократилось количество желающих смотреть вообще видео вещание? Не знаю, с чем это связано, ничего гадать. Просто заметили ли вы такую вещь? Видите, я сейчас немножко сижу на работе. Все хорошо. Вот смотрите, как у меня тут все. Вот видите, мозган. Жуткая вещь на самом деле. То есть она, конечно, хорошая, но при этом можно легко подцепить простудифилис благодаря нему. Надо одеваться тепло. В принципе, если вы понимаете, тепло надо одеваться всегда. Вот, я так сейчас немножко рассуждаю, да, выбираю тему для разговора. Ну, маленькая темка такая, в общем. Когда-то давным-давно было мне мало лет, и попал я в Ташкент. Мне было лет 12 тогда еще. Попал я в такое местечко под названием Ташкент. Замечательное, надо сказать, было место тогда в советское время. Да и сейчас, я думаю, оно не хуже. С чего ему быть хуже? А вот, не... Да, чуть не сказал. У меня на самом деле оттуда есть подписчики и хорошие. Если я скажу что-то плохое о том месте, их это обидит и правильно. Вот. И вообще, черт возьми, на самом деле задолбала меня эта тема. Той страны, о которой лучше не говорить. Кстати, хотите анекдот израильский, да, который уже не совсем анекдот, но тем не менее была дежурная шутка. Назовите две страны, где президентом премьер-министр является евреем. Понятное дело, Израиль и Украина. Вот, понятно, да? Вот. Правда, Зеленский, я не знаю насчет еврея он или нет, потому что, в принципе, он выкрест, судя по всему, он же клялся на И он давал клятву не на Торе, как еврею было бы положено, а на другой книге. Вот, так что... Да. Ну, я вообще не об этом. Да, так вот, когда мне было мало лет, попал я в Ташкент. Замечательное место. Во всех смыслах этого слова, правда, очень здорово. И вот меня научили там одной очень интересные штуки. И мне оно помогало. Меня сейчас спросили, бывает ли лето в Москве и Подмосковье. Бывает, и можно даже сгореть и загореть, и все там бывает. А попал я летом в Узбекистан. И народ там меня обратил я внимание, пьет в большом количестве чай. Зеленый чай. Одет при этом чай не холодный, горячий,
Одет при этом народ в стеганые халаты, грубые вязки из хлопка. Замечательная вещь. И при этом руки максимально закрыты. Вот так и надо ходить летом. Пока, по крайней мере, у нас в Израиле, безусловно, именно так. Почему? А не знаю, а так оно работает. Я не хочу сейчас входить в эти подробности. Так оно работает. Кстати, работает и обратно, и очень хорошо. А именно, ну вот при минус 15 я рисковал залезть. Посмотрите, ничего такого, всего лишь кофе. Вот, я лично не рисковал минус 30, но минус 15 я спокойно ходил по речке голыми ногами. Вот, просто закатывал штанины по, так сказать, шорты, так, ну, делал из штанов шорты и ходил. Вот, в Москве. Вполне себе. Не моржевал. Но что я, да, делал, и это меня спасало от ангины, а голос я хотел сберечь, потому что он у меня был певческий. Это я ел мороженое в минус 30 и очень был этим доволен. О, все обмерзнут, а мне жарко. Ужас, правда? Когда ходишь домой, и хорошо тебе. А там дома чай. Я всегда любил чай. Гораздо больше, чем кофе. Кофе я пью от безысходности, потому что чай я люблю только заварной. А кофе можно и растворимый, и даже если не растворимый, просто черный. Очень вкусно и полезно. Вот, по крайней мере, вот чай из пакетиков это гадость. А вот если взять хороший растворимый кофе, я не буду давать. Вот у нас в Израиле есть хороший кофе, растворимый, гранулированный кофе вместе с кофе обыкновенным, молотым. Как-то оно вместе сделано и сделано очень хорошо. Вот. И это очень вкусный кофе, называется Кафе Интенс фирмы Элит. Произведено, кстати, в Израиле. Разработка тоже наша. И насколько мне известно, что-то подобное производится и в России, в городе Владимир. Вот. Причем фабрика тоже принадлежит какому-то израильскому кофейному магнату. Вот. Очень советую. Ну, кофе можно пить растворимый, а вот чай из пакетиков нет. Только в чайничке, заварочка. И обязательно теплый. Кстати, вчера я, например, в нашу жару, было вчера плюс 38 в тени, где-то тень. Тень у нас на итальянской забастовке. Она на работу ходит, но ничего не делает. Вот. И, знаете, очень хорошо горячий чай. Так я сильно горячий пить не могу. Видите, вот налил, потом разбавил водичкой. Вот. Так что летом нужно ходить одетым, равно как и зимой. Особенно при ветрах. Сейчас. Поэтому вот кто чего думает насчет арабов, которые тупари такие, их бабы, их такие-сякие в бурках в море плещутся, они правы. Арабы правы, когда идут на пляж и не раздеваются. Если сравнить потом онкологию, рак кожи, да, то я думаю, у арабов будет меньше. Потому что в нашем климате, в нашем солнце, при нашем солнце нужно держать
Нужно держать закрытым тело. Нужно обязательно мазаться кремом антизагарным. Я лично пользуюсь доктор Фишер, но это уже дело вкуса, есть разные. Вот. А, вторая вещь. Я пытался бросить курить. Я уже просто не смешу людей. 2-3 дня, потом жена плачет. Ты что, 2 пачки скурил? Я смотрю глазами побитой собаки. Она мне говорит, даже не пытайся. Ты потом наверстываешь. Я говорю, да. Я сам заметил. А вот, причем купил я такую вещь. Мне не помогло. И помогло одновременно. Оно помогает. Оно прочищает горло. Вот такая штучка называется джу. Вот она. Вполне себе миленькая хрень. Вот. Мне она не помогла бросить курить, но снизить, если я на месяц беру 4 капсулы, вот, и каждые 15 сигарет, я, так сказать, очень даже мило. Вот вместе оно как-то, но бросить курить оно мне не помогло. На самом деле очень неплохо прочищает горло. А по ходу дела вы услышите, как голос будет меняться. Вот. А люди говорят, что это еще понимающие в медицине. Часто мне говорят, что это, мол, еще больше вред, чем обычные сигареты. Ну, не знаю, мне лично. К сожалению, оно не является полной заменой сигарет. А вот как раз смокер говорят, что да. Но у нас сейчас повысили очень сильно цены на табак и сигареты. Вот. Вообще у нас страна демократического диктата. А у нас и этот демократический диктат основан на том, что судьи Высшего суда справедливости вмешиваются во все. И они очень сильно, ну, то есть, благодаря тому, что министр финансов дундук, полный дундук, а и плюс к тому, что вмешивается в регулятивные какие-то вещи, в экономику вмешивается богац и министр финансов дундук, у нас, например, практически убито производство собственного сливочного масла. На рынок пытается выйти всякое дерьмо, вывести к нам, основанное на ой, я сейчас просто не выговорю это слово. В общем, на растительных жирах, на смеси растительных жиров и, значит, молочных жиров, да, всякое дрэк вместо замечательного сливочного масла, да. Красиво упакованный дрэк все равно дрэк. А слава богу, фирма Тмина. Так, чего хотят? Я скоро буду.